Убийством закончилась встреча двух приятелей в квартире на улице Евдокима Огнева. После серии тостов гость с внушительной криминальной биографией стал заигрывать с хозяйкой. Та комплименты не оценила, мужчина рассвирепел и толкнул даму в стену. На защиту встал ее сожитель, разбив об голову агрессора бутылку. Тот схватился за нож, потом за ножницы. Когда приехали полицейские, сожитель хозяйки был мертв. Коварного гостя задержали, но сначала повезли в больницу с ушибленной раной головы и порезом на руке. После наложения швов доставили в Следственный комитет. На допросе выяснилось, что обвиняемый не так давно вышел из колонии, где отбывал срок за убийство. Сегодня по решению суда вернулся за решетку. Пока на время следствия. По данным следствия, обвиняемый в ночь на 18 сентября текущего года, находясь в квартире одного из домов по улице Евдокима Огнева, в ходе конфликта со своим знакомым 1969 года рождения, нанес последнему множественные удары неустановленным острым предметом в голову и шею. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.